Всем ночной приветик от Мигел. Вы гляньте, какая обновленная версия. Вон там ее шкурочка. Наконец-то полиняла. Ну, вот сейчас буду проверять все кусочки, все запчасти. Потому что все скомкано на палочке. Вот как. О, и там кусочек. Вот видите, идет дальше. Сейчас будем ее осматривать и шкурку сверять. Короче, им так удобно вот на палочку держась, наматывать, потому что вот еще кусок. О. Вот, видно, анали там не снялось. Это с хвостика запчасти. Сейчас, короче, размотаю, буду осматривать наглядно. Вот такая тут дуля. Короче, кто-то так колготы снимает. Почему называется чулочек? Все наизнанку, еще и скомканное. Сейчас придется развернуть, свериться. Да, а потом ее осмотрю. Что, теперь ты зрячая, теперь у тебя глазки все увидят. Угу, красавица. Чье вот это вот добро? Добро чье? Твое. Ты же теперь красивая. Капец капецный. Вот такая вот. И палочка залипательная просто. Ты же вот так вот я могу сидеть. Че ты на измену выпала? Это шкуру я тебе твою же дала понюхать. Твоя же запчасть. Здрасте. Сама себя не узнаешь. Ну, бывает. Попробую сейчас размотать. Тут и глазки, вон монокли эти видно. Короче, у нее все целое, кроме кончика хвостика. Видно, оторвался, потом все-таки доснимала. Так что все отлично. Долиняла без проблем. Вот такая шкурка. Еще влажноватенькая, поэтому хорошо развернулась. Я люблю рассматривать эти ромбики обновленных. Пошла. Посмотрели и хватит. Все. Я это красиво не только на ромбиках, и на хвостике тоже. Такая красотка. Ползет. Конечно, страшно. Чужая тряпка, скажи. Веснушки твои. Ну, последнее время у меня что-то немножко с телефоном резкость бывает от меня уходит. Так что, извиняйте за качество, но вот бывает. Ну, реально красивая. Они после линьки всегда ярче и нарядней. Вот такая загогулина. Вот люблю, когда они так складываются. О, внимательные глазочки. Ух! Длину они сейчас вот такого калибра. Будет нормальная погода, померяю. Потому что так вот понять на глазок, сколько сантиметров, не получается. То есть это нужно просто к сантиметру тулить. Да, и тогда все будет ясно. Ну, я рада, что она полиняла. Линька – это рост. Чем мы больше растем, тем красивее, да, и солиднее становимся. Да, скажи, ну, еще и пока малышка. Ну, и то шиплю, как настоящая, скажи, когда нифига не вижу и пугаюсь. Да, серьезная девка. Тут он кружочки, там ромбики пошли на боковушке. Видели? Бубны пошли. И стрелочки. А. Красотень, красотень. Вот такая девчоночка. Ну, не любят они на открытом пространстве. Им надо за что-то держаться. Поэтому, оказавшись вот так вот просто, она ищет, за что зацепиться, куда деться, чтобы держаться можно было. Вот такая прелесть. Нервничает. Ну, посажу сейчас на место. Пусть успокаивается. Да, поздравим ее вместе с Линькой.